Одна из важнейших характеристик вещества – теплоемкость, которая зависит не только в случае газов, не только от рода газа, но и от процесса, который происходит с этим газом. Запишем первое начало термодинамики и определение для одноатомного газа внутренней энергии. Запишем для одного моля. При этом изменение внутренней энергии будет выражаться только через dt. Работа по определению равна p на dv. Подставляем du в выражение для cv, которое обозначается теплоемкость при постоянном объеме. Поэтому работа в выражении для cv равна нулю. И запишем то же самое для cp. Здесь уже работа не равна нулю. Записывая дифференциалы от левой и правой части уравнения Менделеева-Клаперона, вынося константы, получаем p dv равно rt.